В Акмолинской области из-за снежных переметов россиянка вынуждена была рожать в пожарной машине. Экстремальные роды произошли в минувшую ночь в Астраханском районе. Медики везли будущую маму в райцентр из села Петровка, однако машина застряла в снегу. На место происшествия незамедлительно была отправлена техника районной пожарной части, но довести до больницы 23-летнюю женщину не удалось и спасателям. Роды у девушки начались прямо в пожарной машине. Их принимал фельдшер. Как отметили специалисты, сейчас маме и ребенку ничего не угрожает. В целом, из-за непогоды ситуация остается напряженной во многих районах области. Только с автодорог Акульского района сегодня было эвакуировано больше 300 человек и свыше 140 автомобилей. По последним данным, для оказания помощи на наиболее сложных участках из столицы направлены военнослужащие на специальной технике. Проводились аварийно-спасательные работы на дорогах активно в Акульском районе, Буландинском районе, Верминтауском, Целиноградском, Шортандинском районе. Сейчас эвакуировано вообще в общей численности в пункты обогрева порядка 600 человек. Работы по аварийно-спасательной работе по поиску людей, эвакуации из снежных заносов проводятся в круглосуточном режиме.